я должен это сделать. Ну конечно, ты просто обязан был. Новогодние скатерти по 1200 в H&M. Прикольно, а блёстки не облазят? Противни какие-то. Нет. Вставки. Новогодняя скатерть застелена на стол. Яблочки прикольные. Яблочки со свечки. Смотри, соломка и перечница. Салфетки. Ух ты. Это точно в стиле в этот цель в большом городе, да? Да. Такое. Прикольно. Ну и бокальчики, конечно же. Что это? Нет, это что-то большое. Да. Ого. Ого. А, это типа дорожка, походу. На стол, скатерть. Что ли? Да, но есть же такая вероятность. Так а как, смотри, если вот так вот оно завернется, и как ты сюда поставишь тарелку? Не знаю. Надо почитать, тут что это. Все на по-любому. Давай просто почитаем. Давай. Изделие, скатерть, дорожка, да, правда. Слушай, ну ты угадала. Ну, в смысле угадала, она так и выглядит. Тут много всяких пахучек. Красивые они. Оформлены классно даже. Для мартини. Такой мелкий. Да. Мерные ложечки прикольные. Сейчас оставлю, как было. В стиле моряка. Коралл. Смотри, коралл. Что, пахнет тоже? Кораллом? Не кораллом, но прикольно пахнет. Да, очень приятно. В стиле, говорю, моряка. Матовая, прикольно. А, пластиковая. Марукау. Да. А, да, приятно. Помнить. Я буду понюхать. Я подумала. Вот оно где да, все. Ну у них очень качественные игрушки, конечно. А типа чем? А где? Как тут сделать? Надо раскрыть, да, эту штуку? Да, ценник раскрыть. 200 рублей, 200 рублей штучка. Штучка. А вот тут по два идут. 2000 кучка, в кучке 10 штучек. 700 рублей две штуки. Вот эти вообще вот просто. Вот это прям вообще, смотри, какая штука. Похожа на мину. Противо. Да. В это, как это... Вот это мне очень нравится запах. Очень классный. Классный, классный. Еще такие коробочки. Я холодок. В восторге от вот этой. Это супер, да, перышко. Перышко. 700 рублей, две штучки классный. Стеклянные. Да. Классный. Вот тоже прикольные. Что, они поштучные или по две, я не поняла только. Цены на них не могу найти. Как она живет здесь? 450 рублей, две штучки. Они сразу связаны, видишь, по две, значит. Да. Значит, вот эти тоже по две, такие же цветах. И 600 рублей две штучки. Игрушечки. Ну они очень стильно качественно сделаны, да? Да. Посмотрите. Они хоть и бумажные, но все равно обалденные. 700 рублей. А цвета, смотри, какие. Да, и здесь такие же цвета, как у тоналок. Да, таких, каких-то нюдовых оттенков. Подсвечники тоже красивые, такие стильненькие. Свечки. Они все стеклянные, о, и действительно, посмотри, смотри, как они сделаны. Да, смотри, какой хвостик. Такой петельки классные. 600 рублей тоже две. Хвостик. И такие же прозрачные. Да. Блин, ну у кого дети, у того с этого хвостика соскользнет по-любому стеклянный. Он не соскальзывает, он такой закрытый. А. Ну, бумажные вот эти. Это типа такое, типа оригами, да? Оу. Блэк. А вот тут закрытое. Сандаловое дерево. Это нет. Декабрь. Это как нет? Пахнет декабрь. Сандал классно, мне нравится сандал. О, декабрь? Приятно, декабрь, да. Давай. И тут еще до 25 числа. До Рождества. Прикольно. А вот. На елочку вешать. Лов. Да, прикольно. Симпатичная. Ого, смотри, какие штуки, ну, железные. Да, прикольные. 300. Там, я так понимаю, их несколько. Две. Ну, вроде как две. Вот тут тоже за 400 идет. Да, по две. Вельветовые фиги. Томата блоссом, томата блоссом, томата блоссом, томата блоссом. Фиги, это же эти, ой, инжир. Фу, вообще. Это фиолетовый инжир. Нет, пахнет оно какой-то. Он очень неприятный, да, реально, но очень томатом затягивает. Вот эти зеленые вершки. Да. Тут вот тоже две, смотри. Да. Это побольше. 450. И вот за 402 прям деревянные. Да. Прям. Давай постукаемся.
Ого. Да, леопарды. И пантеры. А тут смотри, мир, любовь, надежда и что такое joy? Joy, вот я тоже. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Набор свечечек. Классный. За 900 рублей. 899. Такие у них веночки новогодние. Веночки. Железные, что ли? Да, металлический венок. Полторы. Да. Бим-бим-бим. Стыдненько. Да, так сделать. 450. Ну такие там были зеленые. А вот эти вообще 300 круто. Рублей всего две штуки, представляешь? Ого, они мягкие. А 150 рублей штучка вообще. Эти штучки как бисер, да? Типа? Да, очень стильные, вот тут прошиты так. Ну, супер прикольные. Но да. Это надо, видишь, под стиль подбирать, ну, чтобы еще. У нас красные, не бордовые. Что? Мне показалось, там бургер да. написано. Да, мне тоже показалось. Думаю, бургер. Бургунди. Бургунди. Пахнет очень классно. Ну как, красным, ну, да, виноградом. О. Тут все красное. Пледы, да, все в бордово-красных тонах. Красиво. Че это такое? Что-то пахучее. Это волшебный запах. Это волшебный запах. Интересная очень штука. Свечки, подушки. Хочу позвенеть этими штуками. День-день-день-день-день-день. 1799. Такой тяжелый, да? Да, ого. Металлический. Так он такой? Да. Как будто олени скачут. Да. Ну этот очень красивый тоже, да? Да, и вот тут шкура оленя сразу есть. Да.